Беззаботный смех, атмосферная музыка и массовые залпы красок Холли. Один из самых ярких фестивалей лета собрал десятки ставропольцев. На цветной бой пришли дети и взрослые. Оптимистичных горожан не смутил даже срывающийся дождь. После длительной жары в город пришла прохлада. И мы решили обязательно, во что бы то ни стало, устроить праздник красок. Праздник радуги. Добавить в наш город красоты, радости и веселья. Фестиваль красок уже успел в этом сезоне попутешествовать по краю. В каждом городе своя программа и сюрпризы. Компания «Став диджей» в этом году уже решила пройти по Ставропольскому краю, проехаться с праздником фестиваля красок. Мы уже посетили не один город. Как бы Ставрополь является одним из завершающих городов. Хедлайнером нашего фестиваля является диджей Венский. Многие настолько довольны, что не ожидали, а хотя приходили на фестиваль и не знали, что их ждет, как пользоваться этой краской и что это за праздник. Энергией и позитивным настроением гостей фестиваля заряжал один из лучших диджеев страны. Для ставропольцев особенный трек-лист. Компиляция из всего, от современных до старых хитов. Смешиваем с различными звуками, подаем красиво. В общем, в каждом городе по-разному. Не могу сказать, что играет какая-то одна и та же музыка, или я играю тот же самый сет. Сеты стараюсь подбирать конкретно под город. В Ставрополе будет очень много трэпа, R&B и хип-хопа. Для гостей яркого праздника подготовили развлекательные площадки, конкурсы и призы. И, конечно же, цветные залпы. Домой все уходили яркие и довольные. Фестиваль красок же продолжит путешествие по Ставрополью. Виктория Середа, Александр Бородин, Ставропольское телевидение.